Mənim adım Ceyhun Atayevdir. Mən EY-in yeni icraçı direktoruyam. Siz bilirsiniz bu Biznes Akademiya nədir və necə başlamışdı. Artıq ikinci ildir ki, biz bu seminarlara başlamışıq. Birinci il bizim fokusumuz əsasən o tələbələrə idi ki, böyük korporasiyalarda bizneslərdə işləmək istəyir. Bu il biz qərara gəldik ki, onunla yanaşı biz öz bizneslərini başlayan yaxud öz biznesləri olan cavanları yığaq və peşəkarlarla yaxud bu sahədə öz biznesi olan insanlarla görüşdürək və müxtəlif bizneslərdir. Keçən dəfə bu ilin birinci seminarında biz danışmışdıq startaplardan, amma böyük biznesin gözü ilə. Yəni, Azercell-dən gələn bir mütəxəssis, siz çox güman keçdirmişsiniz, barama layihəsi. Yəni, startaplar böyük biznes üçün nədir? Çətinliyi nə idi, yaxşı, müsbət, mənfi tərəfləri və s. Bugün mən çox şadam ki, Vüqar vaxt edib bizə, baş çəkib, deyib bizə. Vüqarı mən illər, bir neçə il tanıyıram, illər boyu, illərlə tanıyıram. Vüqar o insanlardandır ki, hansısa bir ideyanı çox belə simplify eləyir və həyata keçirdir. Bölür hissələrə və həyata keçirdir. Mən bildiyimə görə Vüqarın bir neçə layihəsi, bir neçə böyük layihələri, balaca layihələri artıq reallıqdır, yəni ideyadan reallığa çevrilib. Vüqar özü danışacaq bu startup biznesinə necə gəlib. Я в очередной раз рад приветствовать на нашем семинаре «Практика». И у нас есть традиция, практик обычно сидит на единственном стуле, который отличается по цвету. Вугару цвет не понравился, поэтому он сразу на него сел. Нет, вот этот стул, это тот стул, на котором сидят все наши лекторы. И я надеюсь, что после этой лекции, если у ребят возникнут вопросы, они могут тебя теребить, приходить за консультациями, за идеями, и, возможно, вы вместе будете делать то, что сегодня является что-то воздушным, а завтра будет приносить деньги. Круто. The floor is yours. Хорошо. Это позову там свататься или что-то такое, это очень классно. Это стартап? Я не знал, что свататься — это уже стартап. Ты можешь фи брать за это, это будет хороший стартап. Хорошо. Окей, ребята, я максимально открыт, не только с вами, но и со всеми подряд. И все, что я знаю, я делюсь, потому что за счет этого всегда обучаешься. То есть и люди настраиваются на то, чтобы делиться, да, и друг у друга всегда учимся. Момент того, я бы хотел минут 10 потратить на то, чтобы мы поговорили о самом важном, о базисе, да, а дальше пошли дальше. То есть, что я понял, когда я начал общаться с различными категориями людей, я понял, что все дело в образе мышления. То есть, общаясь с вами, допустим, сейчас вот узнаю каждого, то есть, четко было понятно, что это сотрудник, который там пытается еще что-то там сделать, а это, не знаю, студент, который там, он еще студент, да, то есть, он даже не знает там, куда двинется, да, а вот этот студент, который ушел в теорию там, да, он знает там про все там, все там, не знаю, там, финансовый менеджмент и так далее, но на практике его посади, у него будут гапы, да, большие. Там, это студент, который вообще, ну, как бы, пришел, да, просто так. Вот, как бы, такая вот логика, да. Очень, очень важный момент первично. Это что? Перейти из теории к действию. Если вы начинаете действовать, то это начинает работать. Допустим, когда я вас всех слушал, я думал, кого я могу рекрут сделать на будущее, кого не могу. То есть под какую позицию подойдет, под какую не подойдет. То есть при том, что я вас просто слушал. Да? Потому что если ты начинаешь вот это улавливать, то ты это улавливаешь. Если нет, то тебе может это... Информация и возможность, они вокруг. Они реально вокруг. То есть, допустим, с Атаевым моей коммуникации это то, что я приду тренинг сделаю, да, для него. А с другим в коммуникации он, не знаю, там, ему даст на 10 тысяч проект, чтобы он что-то сделал. Или там мы все общаемся с друг другом. Кто-то, там, вчера я заплатил там 10 тысяч человеку за то, чтобы он сделал мне проект, да. Вру. Сколько у нас там было? 3 тысячи этот. Передоплата, да, из 10 тысяч. Окей. Вам я не заплатил. Почему? То есть это же возможность, да, то есть у него есть какая-то ценность, из-за которой я ему это сделал, да. То есть очень важный момент — это просто начать двигаться. Вопрос образования, он очень важен.
я не практик, который просто практик, да, я что сделал? Вот я вам сейчас покажу на очень простом примере, как это происходит. Есть в России MBA, где преподает один из 10 самых лучших бизнес-тренеров мира. То есть он сертифицирован и так далее, по PMP имеет и так далее, и он один из 10. По магистратуре курсы он их записывает на камеру, выкладывает. Сейчас уйдем в мотивации, да. У меня проект, который горит. Я понимаю, что сейчас я его не сделаю, если хорошо, то я попаду в минус. Я и так сейчас в минусе, там на 5-6 тысяч. Сейчас с этим проектом у меня будет еще на 10 тысяч. А еще, если его провалит, у меня репутация испортится. Еще, если я не пойму, как это все делать, то следующие проекты тоже будут плохо идти. Окей? Это моя мотивация. Я открываю этот урок и начинаю смотреть его. Как по-вашему, как я его смотрю? Я выжимаю с него все, да? Потому что я понимаю, что это вопрос того, что если я это не сделал, все провалится просто, к черту. Второй момент, сидят там 20 студентов, которые слушают его, и он говорит, что окей, ребята, подготовьте кейс. Они говорят, а сколько страниц? А шрифт какой будет? А что, любой кейс можно? Почему? В принципе же, там человек, здесь человек. Вопрос мотивации, да? То есть, в какую ситуацию ты попал, что ты воспринимаешь информацию. Я глубоко убежден в том, что не нужно изучать стратегическое планирование, финансовый менеджмент, пиар-коммуникации, маркетинговые исследования и так далее, и потом начинать бизнес. Надо начать бизнес, попасть, погуглить, посмотреть в YouTube, просто уметь задавать правильный вопрос себе, да, и выжать ту информацию, которая тебе на данный момент актуальна и нужна. Потому что сейчас уже это эпоха, когда информация везде, да, окей, да, вот у тебя лаптоп, если у тебя есть подключение к интернету, у тебя есть информация. Вопрос в том, как им пользоваться. Мы можем сделать свою голову вот местом, куда мы скапливаем всю информацию, а потом, когда у нас какая-то ситуация будет, вспомнить, что ай, вот я вот там помню, такая тема была, я ее внедрю, да. Второй вариант, вникнуть во все это в момент, когда у тебя уже все попало, да. То есть у тебя же не бывает, что там через час тебе нужно уже все решение дать. Да, у тебя всегда бывает день-два. За этот день-два всегда можно выжать всю информацию. Этот подход, он более помогает тебе в момент, когда у тебя кризисный менеджмент, решать вопросы быстрее. То есть становиться квалификация, где нужно, ее увеличивать. А в момент, когда у тебя уже все хорошо, то уходить в то, что окей, сейчас я займусь бизнес-девелопментом. Я уже буду думать над тем, как я буду развивать этот бизнес. Потому что у меня все остальное уже все окей, все вижу, что работает, и надо двигаться в этом направлении. Вот тогда это начинает работать. Второй вопрос, это идет от образа мышления. То есть вот у кого есть, допустим, цель, там, в течение 3 лет получить MBA, или там, в течение ближайших 3 лет, ну, не знаю, там, купить себе машину. Есть у кого-нибудь такая цель? Окей. Фишка в чем, да? Если у тебя четкая цель есть, через 3 года, допустим, у меня будет то-то, через 5 лет будет то-то, через 10 лет будет то-то, то ты уже начинаешь всю свою жизнь делить на то, что двигает к этой цели, и то, что не двигает к этой цели. Понимаете логику? Нет, я вам сейчас вот на примере, да, скажу. К примеру, если у меня нету цели, я прихожу сюда, я на вас смотрю просто на людей, которые собрались и которым я делюсь информацией. Если у меня есть цель, у меня сейчас есть цель чего? Довести компанию до международного уровня сети агентств, с которым будет работать как минимум 40 стран. Окей, есть эта цель. К ней каждый шаг, то есть я попадаю в эту ситуацию, я понимаю, что окей, у меня есть Джейхун. Если я сейчас правильно покажу наши продукты, у него, если там в нетворке кто-то появится, который захочет какую-то такую вещь, он пошлет его ко мне. Окей, это первый момент. У ребят есть какой-то нетворк, они тоже могут это сделать. Значит, это sales point. Второй момент. Среди ребят есть те, которые еще не решились делать бизнес, и они пока что очень далеки от этого, но у них хорошая теоретическая база. Окей, их можно рекрут сделать, надо понять, где в моем бизнесе это будет работать, и туда внедрить его, чтобы он развивался в этом направлении, если это, конечно, его замотивирует. Окей, то есть у меня уже есть как бы то, что ведет к цели. Все остальное я отбрасываю. Окей? То есть я знаю, что здесь есть corporate communication. Из corporate communication Паша Банк. Окей, Паша Банка, я знаю, что те продукты, которые мы делаем, они интересны, она наша таргет-группа, значит, ей будет это интересно, и показывая это, я должен ссылаться на это. Понимаете, как эта штука уже начинает работать? Потому что есть цель, и ты знаешь, что окей, это наращивает объемы рынка, это наращивает объемы рынка, твое участие на рынке, значит, это нужно делать.
А рекрут момент, окей, тоже есть ребята, у которых хороший бэкграунд, можно с ними пообщаться на эту тему. Второй момент — это вопрос того, чтобы хватит уже там изучать или там, ой, я сделаю и так далее, не летать, да? Начать просто тупо и делать. Вот как, вот на примере. Вот, хорошо, тоже, давайте я вам... Чем он отличается, бизнес от стартапа? Или это тоже нет, самое? Нет, вот, сори, да. Вот это я хотел. Вот как это работает? Дай мне фломастеры. Есть сейчас тема очень простая. Увидели Цукерберга, вдохновились, там радуга появилась, да, что я вот следующий Цукерберг сейчас вот сделаю что-то такое, да. Увидели Стив Джобса, сказали, что все круто, да. И это наши иконки, которые в голове, да. И вот эта идея стартапов и так далее, она идет вот inspired by this, окей? Но в реальности это всего лишь пиар коммуникации данных компаний, окей? И к реальности она никакого отношения не имеет. То есть то, что вы начнете в гараже что-то делать, вас не сделает стартап хорошим, не сделает компанию, не превратится в его компанию. И начинается этот стартап-бум. Ой, мы дадим, там, пойдем в каком-то конкурсе поучаствуем, нам дадут халявные деньги, мы из них сделаем еще больше денег, мы сделаем хорошую, замечательную компанию. То есть фигня. То есть вы можете, если вы можете сделать бизнес, вы сейчас сделаете бизнес. Если вы не можете сделать бизнес, вы не сделаете этот бизнес. И вот эта подушка, что, ой, мне дадут деньги, и я сделаю что-то, потому что у нас самая гениальная идея, она не будет работать. Потому что есть как бы, знаешь, я очень долго избавлялся от шариков. Есть теория шариков, что у тебя есть завязывающие тебя шарики. Это, допустим, мама дома еду готовит тебе, не знаю, там есть брат, который тебе с чем-то помогает, есть, не знаю, отец, который тебе карманные деньги дает и так далее, да. И вот эта подушка, или ты, у тебя есть стабильная работа и стабильность, окей? И ты вот в этих шариках, пока ты их все не сорвешь, ты не попадаешь к реальности. И пока ты к этому не попадаешь, у тебя все время у тебя будет одно и то же. То есть у тебя будет там, ты будешь летать, где-то там что-то будет не получаться, ты будешь опять не за счет этих шариков держаться как-то и так далее. И ожидать какого-то классного перформанса от вас невозможно. То есть пока ты вот не пройдешь в эту глубь, да, ты не поднимешься наверх. Все хотят быть вот здесь, да, но тебе нужно как бы нырнуть, чтобы оттуда отпрыгнуть. То есть пока ты этого не поймешь, это все не будет работать. Давайте сейчас на реальном кейсе я вам покажу, как мы начали работать, да. Все было очень просто. Один момент, очередной студент BBA, который сидит дома, думает над тем, что я поеду изучать MBA и так далее. Сейчас улечу. Окей, хорошо. Я хочу идти изучать MBA. Что такое MBA? Вы знаете слово мастер, да? Master of Business Administration. Вот ты закончил MBA, ты уже мастер. Да? Ребята, вы видели когда-нибудь, допустим, да, гонщика, который по книжкам изучил, как водить машину и стал чемпионом? То есть невозможно быть мастером, пока ты реально не сядешь за руль, реально не начнешь двигаться, реально не посадишь рядом шофера, который тебе будет консультировать и говорить все. То есть пока это не сделаешь, это не будет работать. Я начал серчить мастер дегри, где можно получить и так далее. Сколько его нашел одного предпринимателя? Он выступал, это Тинькофф. Посмотрите Тинькоффа передачу «Бизнес-секрет». Гениально. То есть, ну, то есть у вас нет цели, да? Да, такое. Все нормально, ребята. Просто если вы идете к этому, то есть решите, да, внутри. Вот решение очень важный момент. Если вы идете к этому, все, да, двигайте, выжимайте максимум. Если вы не двигаетесь к этому, то есть у вас какая-то нерешенность такая, да, вот я как бы и хочу, и не хочу, а вот стабильность, а вот это сложно и так далее, то есть это все не будет двигаться. То есть решаешь четко. То есть, как, бывает такое, что вам предлагают, что выйдешь за меня замуж? Ну, я как бы подумаю. Окей, да, то есть в конце нету детей, нету семьи. У тебя такого откуда? А? У тебя откуда такого выйдешь за меня? Бывает, да. Окей, то же самое, это вопрос решения. Решите уже, если вы двигаетесь, выжимаете с меня максимум. Да. Здесь момент того, окей, пришел через это все хорошо, я начал смотреть предпринимателей, я смотрю, что то, что там сидят люди, и то, что предприниматель говорит, да, что-то не стыкуется. То есть эти люди, пройдя этот курс, что-то не станут да, такими же. То, что какой-то вот, знаешь, вот чувствуешь, да, вот на ментальном уровне, да, что-то не то, да, то есть совсем другое видение, что-то другое, да, происходит. Потом я понял, что это, то есть они замотивированы на экшены, люди, которые предпринимательством занимаются, потому что понимают, что экшены не сделают, слетит минус, да. А люди, которые учатся, они как бы... Я в будущем что-то буду делать, а вот сейчас я новый конспект написала на тему того-то. Ребята, команда, видите, двигайтесь и делайте, да?
И вот начал, я нашел его, нашел там «Бизнес-секрет» передачу. Очень классная передача, там 120 предпринимателей, которые дают интервью. Они рассказывают, как они начали и как пошли. Интересно одного предпринимателя азербайджанского слушать, еще 120 там есть. Сядьте, просмотрите. Просмотрел это все, прочитал Брэнсона «Теряя невинность», «Virgin Brand», вот это. Он рассказывал с нуля, как вылез, пошел, да, потом «Тинькофф, я такой, как все», потом «Rework», старт на эту книгу. Она рассказывает про стартап, который миллионный сейчас это делает, «Basecamp», который создали, и так далее. Да, то есть я понял, сейчас у меня появилась какая-то площадка теоретическая того, что в реальном мире происходит, что реально делают люди, да, то есть какое-то видение появилось. Дальше я решил, что окей, мне это интересно, если я хочу стать мастером, мне нужно как бы взять и научить, делать это все. Да? Мне нужен, если я хочу быть гонщиком, мне нужен водитель, который меня научит это. Я начал вспоминать, где я предпринимателей вообще видел в нетворке, да. Вспомнил, что есть один чувак, который на лекции мне там рассказывал, лекцию делал, да, и он про предпринимательство говорил. Через друзей тогда нашел контакты, позвонил, мне сказал, что я у вас на лекции был, я хочу с вами пообщаться. Пришел, рассказал ему, что вот я хочу заняться предпринимательством и так далее. Он сказал, окей, да, делаю. Начал перебирать навыки. На, как бы, из вас мы хорошие потребители все, то есть каждый из вас потребляет там по 20-30 лет, да. Ты понимаешь, что это должно быть что-то, что дает какую-то ценность людям, что они не сами это сделают, а придут, купят у тебя. И придумали, что окей, я умею рисовать на Corel Draw, друг нарисовал картинки, я его сделал из них это, рисунки, и мы сделали майки. Скинулись там по 400 монат, создали майки, и мы поняли, что окей, у нас сейчас майки есть, фабар есть, сейчас нужно заняться дистрибуцией. Пошли по магазинам, раздали 5 магазинов, охота умерла. А с 5 ждали, что сейчас они будут звонить все и говорить, что ребята, все продано, приходите еще давайте. Да? Тут никто, ничего, никто не позвонил и так далее. Потому что, окей, что-то не пошло, да. Хороший опыт. То есть очень важно, то есть лучше 1 грамм опыта, я не, у кого-то это прочел вчера, а лучше 1 грамм опыта иметь, чем там 10 килограммов теоретической базы от кого-то, да. И то, что я сейчас вам говорю, это просто вас или подтолкнет к тому, что вы начнете опыт набирать, или не будете набирать. Окей, сделали майки, не получилось, черт, хорошо. Дальше, что мы еще умеем? А, был момент тогда. Тогда я занимался, я работал в некоммерческой организации. Я заказал сайт у компании. Компания подвела. У меня осталось, я им оплатил 50% предоплаты, и у меня осталось 50% постоплаты. Я понял, что окей, у меня есть 50% постоплаты, у меня есть плохой сайт. И мне нужно его исправить. Good, надо его исправлять. У меня есть 50% денег от проекта. Это порядка 3000, 4000, что-то такое. А у меня есть недоработанный сайт. Дизайн есть, программирование в плохом состоянии. Что делать? Давайте вы сами решение дайте, что делать. Вы попали в такую ситуацию. Итог. Через параллельно, значит, у нас уже есть программист. Мы знаем, что есть программист, я умею рисовать дизайн, и можно делать сайт. Итог, значит, что происходит? Я всем друзьям сказал, что мы делаем сайты, это очень важно. То есть это называется public relations на этом уровне. То есть всем сказал, что мы делаем сайты. Один из друзей отозвался. Хорошо, смотри, там для моих учителей нужен сайт. Он сам программист, он сам не может это сделать, потому что перегружен. И он говорит, что давайте мы вам дадим этот сайт, и вы будете делать. Я сказал, окей, дизайн нарисовали, передал программисту, чтобы у нас два проекта делалось. Стоил он... Если 1500 монат или что-то такое. Нам сделали 750 монат перед оплату. У нас есть еще 750 монат отсюда, мы уже понимаем, что все круто, мы можем отсесть еще больше времени ему. И это может работать. А настолько детская, что сайт с этого не получится. Он будет просто дырявый и так далее. Мы попали в новую ситуацию, когда у тебя сайт в плохом состоянии, у тебя, значит, сотрудник некомпетентен, у тебя есть оставшиеся деньги, не нужно выкручиваться. Но что мы делаем в следующий друг. Раз? А? У тебя есть друг, который может тебе помочь. Да. Но он перегружен. Выкручивайтесь, давайте. Считайте, что вы переживаете сейчас тот же самый опыт. Да. Пытался найти еще одного человека. Как? То есть мы уже попытались, да, вот, да. Запрос. Вот, да, попытались, да. Сами будете изучать. Один вариант сами будем изучать. Смотрите, есть тема того, что есть инвесторы, у них есть деньги, они вкладывают и хотят ауткам определенное время, которое и деньги принесет, и больше денег будет приносить. Это, почитайте этого. Богатый папа, бедный папа, кто написал? Я знаю.
Киосаки, да, Киосаки кто читает. Есть ремесленники, ремесленник все делает сам. Допустим, Чорей Ширен Ердо видит, когда один человек классно хлеб готовит, там, и он сам все это делает. Вот это, кстати, мышление, которое уводит в это. В один момент ты дойдешь до того, что ты максимум перегружен, и больше объема не можешь брать. Так ты не можешь создать огромную компанию, да, понимаешь? То есть твой лимит — это твои 24 часа, которые ты можешь там 3 раза в неделю не спать 24 часа, а 3 раза спать по 6 часов и выжить. А когда они перегружены, что дальше делать? Понимаешь, из-за этого как бы ремесленника тема в бизнесе не работает. Она работает в мелком бизнесе, но не в среднем, не в большом. Есть бизнес, когда ты собираешь команду людей. Есть те, кто управляет, есть те, кто исполняет, есть те, кто продают, есть те, кто пиарит, есть те, кто и так далее, там финансы ведут и так далее. И это в итоге дает какой-то продукт, сервис, который продается, наращивается объем рынка, и за счет этого это растет. А еще есть работники, да? То есть люди, которые думают о своей пенсии, делают свою работу, изучают, углубляются в нее, и вся их жизнь как бы настроена на этом. Они минимализируют риски за счет того, что у них есть стабильность, но не получают ауткам, который можно от бизнеса получить. Окей? Но ауткам может быть и провальный тоже. То есть как бы вопрос рисков, да? Они снижают риски, имеют стабильную жизнь. Окей, вот это логика. Здесь у нас ситуация. Что дальше делать? Чего не хватает во мне, как дизайнеры, которые начинают эту тему, для того, чтобы сделать хороший продукт? Гениально. Окей. Знания в программировании, экспертизы не хватает. Возникает вопрос экспертизы, что если нет экспертизы, надо ее нанимать. В данном случае это друг, который эксперт в данном случае. Мы что делаем? Прошу его написать задачу, которую мы дадим, раздадим всем программистам, которые знаем, и того, который решит эту задачу, отдадим этот проект. Окей? То есть, видите, вот выход всегда есть, да? Вот это очень важный момент. Выход всегда есть. С любой ситуации есть, да? В общем, сделали, сдали, этот сайт провалили, потому что по дедлайнам ушли, потому что у тебя всегда есть время, за которое ты должен это сделать, да? Качество, на котором уровень ты должен сделать, и цена. Окей, мы вернули им предоплату. Этот сайт провалили, ему зарплату все, что дали, дали, все остальное новому программисту дали. То есть, что мы попали? Мы начали бизнес, и у нас уже репутация испортилась, у нас уже плохой продукт, у нас уже попали по деньгам и так далее. Вот пошло-поехало. Окей? Это вот первый этап начинания. То есть, здесь за счет прочитанного ты все равно эти риски не уберешь. Эта история также продолжалась, развертывалась. Дошла до того, что минус 8 тысяч. Я расскажу момент. Это не из-за того, что портили все проекты, это другой момент. Значит, это себестоимость и цена. Окей, на сайтах. Он мне заказывает сайт. Говорит, что Угар, сколько будет стоить сайт? Я оцениваю сайт и говорю, что это будет стоить 3000 монат. Хорошо? То есть он говорит, что проблем нету, на твои 1500 начни делать. Я начинаю делать этот проект. В конце оказывается, что сайт мне обошелся 5000. То есть ты не оценил изначально или что-то изменилось в процессе работы? Я не оценил изначально, потому что не было компетенции в том, чтобы правильно оценивать себестоимость. Значит, все-таки какие-то знания нужны? Знания, конечно, нужны, но они нужны в момент, когда я попал. Нет, там уже... То есть, понимаешь, да? То есть, чтобы в следующий раз... Платишь за свой опыт. Однозначно. То есть, если вы не ошибаетесь, если бы это все так легко было, это бы опять стало бы сложно. Потому что народ пошел бы туда, и опять бы там была бы конкуренция, и это было бы сложно. Я пытаюсь, знаешь, в какую логику понять? В чем тогда разница между стартапом и проектом? Вот проект ты планируешь, ты берешь вот это, ты оцениваешь риски. Стартап – это твоя компания, которую ты должен дорастить до чего-то. Okay. Вот это компания. Ты открыл компанию, я правильно работать. Понимаю, что в стартапе не надо ничего? По минимуму ты прогнозируешь. Но ты можешь поплатиться... У тебя, смотри... Слишком у меня теория ушла. Не, ну это не теория. Зачем? У меня есть, например, идея, я ее делаю как то, что раньше называлось бизнес-план. Сейчас тоже называется бизнес-план. Просто на первом этапе, когда у тебя нет опыта, у тебя есть какие-то теоретические знания, не надо бизнес-план писать. То есть для стартапа бизнес-план не нужен? То есть я сейчас могу бизнес-план писать. А ты это делаешь? Cartoon Studio, когда открыл, я написал бизнес-план. Ну, потому что у меня был 2-летний опыт в этом. А когда опыта нету? Когда опыта нету? Когда нету, не надо глупостями заниматься. То есть создавать хороший продукт, идите продавайте его. Все. То есть пришел Джек, ну, Джек, смотри, у меня хороший фломастер. Он очень классно здесь пишет. Купишь монат. Все, все очень просто. То есть не надо стратегическое планирование и так далее. Не надо, не тот этап. То есть сперва научитесь, а потом уже... Знаешь, какая фишка? Вот мы это называем внутри слоником. По крайней мере, весь прошлый год называли его слоником. Мы
как бы щупали слоника, да, есть такая какая-то притча, да, как выглядит слоник. Мы щупали этого слоника, понимали, что, допустим, да, пришел такой, есть, оказывается, вот у тебя на тебя льется информация, да, постоянно, и ты его или скапливаешь, или не скапливаешь. И у тебя такой вот поток идет, и тебе нужно как бы, ты понимаешь, что, окей, поток идет, нужно и вникнуть в него, и решение принять, и при этом поток разнообразный, блин, что с ним делать? И мы начали категоризировать просто, тупо категоризировать, что вот хорошо, это проблема пиара, это проблема производства, это проблема продаж, это проблема финансового менеджмента, это проблема юридические. И у нас появились как бы категории. То есть ты как бы прощупываешь, да, а вот это ножка слоника, а вот это ухо, а вот это хобот и так далее. Второй этап, мы начали думать над тем, как сделать, чтобы этот слоник начал бегать. И чтобы когда он бегал, не нужно было, чтобы я и ногой был, и ухом был, да, и при этом, чтобы она бегала, да, чтобы она сама начала бегать. Вот это как бы логика этого, да. То есть первый год надо тупо это все пройти через это. И у тебя вот такие моменты, каждый этап, у тебя появляется скоп вопросов, да. Допустим, очень хороший пример, да. Я прихожу, у меня объемов нету. У меня объемов на сайте, допустим, 2 штуки. 2 сайта, да. На 2 сайта на зарплату человека не возьмешь компетентного и так далее, который через экспертизу твою прошел, проверку прошел и так далее. Ты можешь его фрилансить. Ты ему приходишь, Джек, привет, ты делаешь программирование, давай возьмешь 2 этих проекта, мы тебе заплатим за это 2 штуки. Это правильная речь. Неправильная речь, это как, Джек, привет, ты умеешь делать сайты, ты умеешь программировать сайты, сколько это будет стоить? И Джека начинает мне говорить, что ты знаешь, вот 5 штук вот это, а 3 штуки вот это. Еще идеальный вариант, самый ужасный. Ты еще начинаешь дружить с Джекой. Ты уже говоришь, Джек, ты знаешь, то есть кроме тебя я никому не обращаюсь, сколько это будет стоить? Он думает, вот идиот, да. Нет, ты знаешь, мы долгосрочно будем работать, сделай мне скидку и так далее. Проблема. 7 это, 8 это. И ты говоришь, окей. И ушел, да. То есть, если... Так, то что у тебя происходит? У тебя появляется один подрядчик, который работает вне рыночной экономики, вне конкуренции, который начинает тебя продавливать. У тебя цена продукта начинает расти, потому что цена продукта себестоимостью формируется часть из тех оплат, которые на него идут, часть из налогов и так далее. В итоге у тебя продукт становится очень дорогим. У тебя, во-первых, никто уже не покупает, во-вторых, ты улетаешь в минус по деньгам. Поняли фишку? Вот так ты приходишь там минус 8 тысяч, минус 6 тысяч, когда как, да? Зависит от того, насколько сможешь словить. Уйти в минус очень важно. Почему? Это очень важно. Просто очень важно. Что? То есть провалиться на проекте это очень важно? Не провалиться на проекте. И ты получишь сейчас на продукт, все равно получишь. Я как покупатель получу? Ты как покупатель получишь. У тебя есть любой проект, да? Да. Он состоит из времени, да, и из качества, которое мы предоставим тебе. Правильно? Mm-hmm. Есть еще какие-то моменты? Время, качество. Поэтому цена, да. Окей, ты уже начал проект. Продажа произошла, начинается проект. У тебя есть время. Что мы делаем? Мы просчитываем внутри время. Таблицу Ганта кто пользовался? Это хорошо пользуется. Это важно. Окей, просчитываю по таблице Ганта, что это что такое? Здесь люди, допустим, это человек один, программист. Он 30 дней хочет на это, человек 2, сам дизайнер, он хочет 15 дней. Но дизайнер можно начать сейчас же, как программист начнет работать. Соответственно, у тебя общее время, там тестер там хочет там еще 5 дней. Тестер не может начать, пока программист не закончит свою работу. Там еще 5 дней и так далее, да, идет. И у тебя в итоге получается, что общее проектное время 35 дней. 35 дней это цикл твоего производства. Таймлайн, да. Да. Так. Но мы делаем плюс 30% времени. Угу, да. Это буферная зона. Зачем она нужна? Потому что программист может заболеть, дизайнер может умереть, а у тестера там новая девушка появилась, из-за этого он как бы улетел, да. То есть его надо держать там за шкирку, чтобы он сделал работу. Есть эти факторы, да? Соответственно, есть 30% времени. Второй момент, когда ты оцениваешь. У тебя есть 2 темы. Или оценивать, исходя из расходов, которые у тебя происходят. Есть, допустим, ты просчитал это все 5 штук. Завтра начинаются дедлайны удлиняться. Если это в штате сидят люди, то у тебя каждый час стоит какую-то цену. И, соответственно, у тебя себестоимость начинает расти. Если она критически больше 30% растет, то не только на 10% минус ушел, но еще и провалил проект по времени.
Если меньше, чем на 30% в минус уходит, то ты и прибыль исчезла, рада. И, но ты сдал проект вовремя. Вот твой челлендж, который в любом проекте есть. Это ясно? Окей, а почему ты говоришь, что очень важно уйти в минус? Очень важно уйти в минус, почему? Есть только в минусе ты понимаешь, насколько ты завязан со всеми людьми, сотрудниками, что ты понимаешь, что ты им нужно зарплату оплатить, с подрядчиками, ты понимаешь, что им нужно сделать постоплаты или передоплаты, с расходами ежемесячными, которые у тебя есть, там офис кост и так далее. То есть ты можешь теоретически, вот что мы делали, да, максимум выжили, который мы знаем, да, тот максимум, который год назад я знал, и тот максимум, который сегодня знаю, это совсем разные вещи. То есть это опыт, ты платишь за опыт? Of course, то есть вы, все эти проблемы, которые возникают, это вот твой MBA, который каждый курс стоит какую-то цену. Если хороший перформанс сделаешь, выйдешь с проблемы с нуля, молодец, ты бесплатно получил этот курс. Не сделал, не вылез, вышел в минус 1000, это 1000, которую ты оплатил, это то, чтобы этот курс пройти. В итоге ты доходишь до одной точки, то есть общаясь сейчас с предпринимателями, то есть такое ощущение, что им можно job description написать. То есть вам вот такой job description, который там нюансы есть, да, что ты должен следить за объемом, который к тебе приходит. Ты должен 3 точки безубыточности иметь, ты что-то, да, и ты должен, не знаю, там, продумывать, как эффективно сделать свой бизнес, да, и так далее. То есть и эти все нюансы, это твой job description реально, да. То есть ты приходишь к этой точке, когда уже после этого играет роль не то, какие у тебя знания и навыки, да, потому что они все уже у всех одинаково становятся, а то на каком рынке ты играешь. Допустим, играя на рынке анимации, которой практически нету, которую ты сам создаешь. То есть приходит к нам, что давайте видеоролик сделаем, говорю, а давайте анимацию сделаем. Вот такое-такое решение, а давайте сделаем. То есть ты сам создаешь спрос, да. То есть это вот такой рынок. А можно уйти в рынок недвижимости, в котором 5000 домов продается каждую неделю в Азербайджане. Средний чек 100 тысяч, там 70 тысяч. Средняя комиссия 1%. То есть здесь уже играет роль твой рынок, насколько он масштабен, то есть насколько людям это все нужно. Я хочу приготовить яичницу. Я приготовил яичницу, она сгорела. Вот процесс произошел. Я создал продукт, который стал некачественным. Следующий этап я делал lesson learned. То есть на какие грабли я наступил. А, вот это идет, не надо 15 минут жарить ее, да, 5 минут нужно жарить. Окей, я это понял. Хорошо? Это lesson learned. То есть в следующий раз. Значит, что надо делать в следующий раз, когда ты готовишь яичницу? А? Ну, пока инструкции нет, да? То есть мы сейчас формируем. А? Вспомнить свой урок, уже ты прошел. То есть у тебя есть как бы выводы, грабли, на которые наступил, и ты должен второй раз не наступить на них. Окей, lesson learned сделали, мы выявили, какие грабли есть. Что продукт испортился из-за того, что он не 5 минут готовился, а 15 минут готовился. Следующий у тебя гайдлайн, правило есть, что в следующий раз, когда яйцо готовите, делайте ее так, чтобы он 5 минут жарился, а не 15. Идеально, когда ты под этим пишешь, что в прошлый раз ты опыт показываешь, чтобы новые сотрудники, они понимали, когда яйцо это жарится, что к чему это, эти правила дебильные появились. Что вот в прошлый раз мы так сделали, и у нас такая тема пошла. У тебя появляется первое правило по подготовке яичницы. Второе. Я взял, там, в следующий раз, там, другой сотрудник приходит, яичницу готовит. Он берет сперва яйцо, бросает туда, а потом масло наливает на него. И опять гап, да? И опять в конце продукт испорчен. Что происходит? Нужны процедуры. Первая процедура. Надо открыть, не знаю, там, крышку от этого... Сковородки. Соковородки или там от этого. Да, умница. Сперва с этого надо начать. Второе, взять масло, налить туда. Третье, там, включить газ. Четвертое, это поставить яйца туда. И у тебя появляется процедура. То есть у тебя есть процесс производства. Потом у тебя есть lesson learned. Потом у тебя есть guidelines. И потом у тебя есть процедуры. Окей? В следующий раз, когда у тебя есть уже процедуры, как правильно готовить яйцо, у тебя есть правила на каждом этапе процедур, какие правила нужно придерживаться. Что у тебя происходит? Ты готовишь нормальную яичницу. Вот это и есть логика производства. То есть, когда ты попадаешь в минус, то есть ты сделал так, чтобы... Вот ты же хотел яичницу хорошую сделать. Ну, сделал, но невозможно с первого раза сделать хорошую яичницу. Готовил яичницу. Помнишь, что с гадостью подавал? Я тоже помню. Вот с первого раза невозможно сделать. Хорошо, но я использовал предыдущий опыт, причем не свой. Круто. Ты его можешь использовать, когда у тебя яичница.
Но когда у тебя стартап, который хочет стать большим, или ты находишь точно такую же модель какую-то, которая стартапа, ты знаешь, как поднялась и дошла до этого левела, и полностью ее дублируешь, для этого ты идешь в франшизу покупаешь. Потому что внутренние процедуры ты не знаешь. У тебя нет друга, который там другой компании то же самое тебе скажет. Да? Смог сделать, красавчик, но нереально, да? То есть кто тебе придет, свои процедуры открыто расскажет, финансовый менеджмент расскажет и так далее. Ну да, ну там ну, в стартапах не так, не так сложны все эти процедуры. Вот с какими трудностями ты в работе сталкивался, вот когда создавал ту же. Ну кто бы мне сказал, что оказывается нужно там эксперта звать, когда у тебя компетенции нет, чтобы он проверял твоего программиста. Ну кто бы мне это сказал? Команда. То есть я сейчас пол Баку знаю, который без этого до сих пор работает, до сих пор там что-то у них там вот так вот сайт стоит и все в порядке. Окей, да, то есть ты не знаешь, на кого ты напарешься. Да? То есть бизнес же он такой, разнообразный. А тяжело найти эксперта, который придет экспертизу проведет в сфере, которую ты только начинаешь? Вот, например, вы говорили про переводческие услуги. У вас есть вот эта процедура, люди, которые оценивают ваших переводчиков? Вот есть этот момент, мне просто интересно, как бы я беру эту матрицу, кладу, вот он про одну раз сказал, эта матрица работает на все виды бизнеса или нет? Где есть производство? На все. А сервис? А сервис? Если ты делаешь, допустим, такой цикл продаж, сори, да, тебе уже понесли там, не знаю, там, да, ящик пива, и ты должен его продать. Но нет туда производства, там, у тебя есть по продажам уже гайдлайн? Нет, про экспертизу я говорю. Вот, предположим, они запустили вот бизнес-переводчиков, да? Окей. Вот, туда, там нужна экспертиза. Давай процедуры расскажите, да? Вот я вам, ребята, я вам заказываю сейчас на один А4 лист перевести с русского на английский. Окей, цена образования. Сколько она стоит? Зависит от текста, если это технический текст. Не, обычный текст. Ну, это будет стандартная market price. От 8 до 10. Окей, сколько мне будет стоить? От 8 до 10. Сколько мне будет стоить? Ребята, вы мне цену даете или от 8 до 10 говорите? 20 мана. 9 мана. 9 мана? Окей. А сколько времени твоего сотрудника уйдет на него? Ну, скажем. То есть ты уже можешь попасть сейчас в минус, реально, по этим 9 манам. Я тебе дам объем сейчас на месяц, и ты попадешь просто. Нет, ты что? Если сама проанализируешь, ты сказал одну страницу. А? Ты сказал одну страницу. Неважно, я не говорю. А, ты про что говоришь? Я говорю про то, что даже начав с одной страницы, он уже в минусе, но в маленьком минусе. И он это не чувствует. Когда у него будет объем, вот считай, что ты, не знаю, там, да, каждый раз оцениваешь это за 5 монат, а он тебе обходит в 5 монат 20 копеек. Когда у тебя объемы, ты уже влез в минус. Они же в этом не, в этом случае этого не будет, потому что у нас по буквам считается, то есть не по времени работы. Сейчас придем к этой модели, как себестоимость формируется. Давай, вот 9 монат ты сказал, хорошо, я вам дал текст. Следующий процесс, какие происходят? Перевод и мы оставим работу обратно. Хорошо. Ты перевел и сдал мне, правильно? Кто вам сделал коррекцию? Кто вам сделал контроль качества? Кто вам делал? Пока что там по буквам кто проверял, что там запятая с пробелом стоит или не стоит? Если по буквам проверять, это невозможно что-то. Я не к этому говорю. Я говорю, вот сейчас мне дали продукт, но его не протестировали. Производственный цикл был, но производство, видишь, здесь тестирование есть у нас. В любом продукте нужно протестировать его, да? Не протестировали, или же у тебя уже должен быть конвейер, да? Но конвейер, он не с человеческими ресурсами должен быть. В первую очередь, есть переводчики, которые по разным типам перевода работают. Мы ушли сейчас в теорию. В реальности он мне сказал, что чувак, даешь мне, у нас переводчик переводит, отдаешь процесс. Переводчик переводит, да. Но переводчик, то есть непосредственно от переводчика к клиенту не идет работа. От перевода идет к человеку, который делает ревью. Это достаточно компетентные люди, которые делают ревью этого текста, а потом уже... Я его не услышал, когда я спросил у вашего сервис-менеджера, как вы будете предоставлять нам сервис, за который мы оплачиваем свои... Там еще другой момент есть, который, помимо этого, я хотел сказать, есть риски, в зависимости от языковой... Цена растет. Неважно. То есть я у вас сейчас спросил, то есть мы вступаем в экономические отношения между вами и нами, правильно? То есть я плачу вам за услугу, а от вас требую услугу. Когда я спрашиваю, как вы проводите, процесс происходит, вы мне даете информацию одно, а дальше ваша другая сотрудница говорит, что это происходит по-другому.
Я не готов работать со стартапом, хоть я верю в стартапы и верю, что у вас все получится, которые мне дают разную информацию, говорят о том, что между вами нет согласования того, как у вас вообще происходит. Честно говоря, сейчас ситуация не такая была. Мы команда! Все, я сейчас играю за чем, чтобы вы поняли, что в это, ты, когда у тебя будет контракт на 90 тысяч, и когда у тебя этот вопрос будет стоять, да, в конце тебе скажут, сам дурак, надо было изначально мне сказать, что это у вас так происходит. Дал плохой продукт, сам дурак. То есть, не мы, мы вам заплатили, мы хотели от вас нормальную яичницу. Нет яичницы. Понимаете? То есть, улавливаете, о чем я говорю? То есть, у вас сейчас внутри одни процедуры, но на теории они другие, или, может, это и на практике такие. То есть, меня это уже не интересует. То есть, вы репутацию сейчас испортили на этапе продаж. Вот, вот это объем информации, который идет. Это действие. Это не я стратегический менеджмент изучаю, а потом еще MBA изучаю, а потом я что-то мечтаю сделать, но еще идеи нет. То есть, это не это. То есть надо тупо взять и начать вот так двигаться. И вот когда у тебя такой наплыв придет с пяти мест, и попробуй тогда минус не уйти. Ну можно тупо накручивать, но тогда ты просто будешь неконкурентоспособен, если ты будешь накручивать вот эти 20%, там, 30%. Там. Да. То есть ты доведешь до момента, что окей, да, давайте компании, которые обслуживают BP, которые делают за 50 мат, или давайте ребятам, которые делают за 50 мат. Конечно, BP. А насколько конкурентно насыщен данный вот рынок стартапов в Азербайджане? Какого я так понимаю, стартапа? Что это разные, это вот разные у меня сферы. Есть, вот смотри, есть задача, да, до 30 сделать миллион. Сейчас есть 30 тысяч прибыльности. Первый раз смог довести компанию до уровня, когда у меня есть 30 тысяч прибыльности, есть четкое понимание того, куда приходят деньги, куда уходят, что происходит с ними, и в итоге есть прибыльность. Окей, следующая цель – это миллион. Все, да, надо сейчас к нему двигаться. То есть уже модель есть. По этой модели двигаешься дальше. Тогда можно я очень такой теоретический вопрос задам? Окей. Вот как идея становится стартапом? Все очень просто. Вот у нас сейчас есть вот, я знаю, что из 30 тысяч это 15 тысяч это операционные деньги. Это у тебя, ты говоришь про реальный бизнес. Вот дайте мне идею, а мы сделаем из нее стартап. Сейчас есть, вот есть любая идея. Она что требует? Она требует ресурсов. Так. То есть это время, это инвестиции, это еще что-то, еще что-то. Это там объем рынка, чтобы он существовал. Окей. То есть, если у тебя нет денег, ты уже думаешь о тех идеях, которые отсекают вопрос инвестиций. Окей. Если у тебя нет рынка, ты думаешь о том, как нарастить рынок, и ты понимаешь, что в твоем масштабе это не будет работать. Если у тебя нет времени, ты понимаешь, что тебе нужно делегировать эту идею кому-то другому. Окей. И делать это так. То есть, у тебя есть эти ресурсы, да? Да, согласен. Все, сейчас вот есть идея, которую мы знаем, что с нашим партнером, да, что она дает приблизительно через 4 года дает 4 миллиона этого оборотов. Оборотов. Не прибыль. То есть прибыль там будет, наверное, где-то 10%, 20%. Да. Окей? То есть первичные инвестиции, которые нам сейчас нужны, это около 40 тысяч на первые 6 месяцев. Окей. Окей, я знаю, что мы можем вложить сейчас 15, он может вложить 15. Почему мне партнер нужен? Зачем мне это нужно? Да? Потому что у меня нет других 15, и я знаю, что это рискованно. Я не готов сейчас зайти в кредиты, и мне не готовы давать кредиты, потому что у меня нет кредитов. Соответственно, я беру партнера, и мы становимся своими инвесторами. И мы начинаем двигаться. Мы знаем, что первичные инвестиции, которые нужны, ресурсы, они маленькие, да. Объем рынка большой, и та идея, которая есть, она при сравнении с конкурентами, она намного лучше. Пользователи начнут им пользоваться, механика полностью проработана, как это будет работать, и к концу она будет приносить прибыль. Вот эту тему поняли, как это двигается, да? И доходишь в один момент до какого-то этапа, где ты понимаешь, что it's all about money. Если компания не прибыльная, то она закроется. И какая бы гениальная идея ни была, она испортится. Потому что знаете, это на что похоже? То есть у тебя есть идея сделать что-то очень классное. Если это реально что-то очень классное, и у нее нет конкуренции, то она сработает, все будут ей пользоваться. Но для этого нужно, чтобы у тебя финансовый менеджмент стабильный был, PR-часть была стабильная, там, рекламная, да, часть. Работа с человеческими ресурсами была правильная, продажи были правильные, продакшн был правильный и так далее. Если эти все ножки есть, то эта идея будет работать. Это, знаете, на что похоже? Кто видел часы, в которых все механизмы видны? Помните, вот это то же самое. Часы предоставляют вам сервис, который сообщает о времени. А весь механизм внутри работает для того, чтобы эта услуга была, предоставлялась вам. И самый главный механизм, то что если у тебя там какие-то болтики неправильно работают, то часы могут отставать, немножко вперед идти, да, или там тикать. Но если у тебя батарейки в ней нету, то она не будет работать. Батарейка в данном случае это деньги.
Понимаете, о чем я говорю? Метафору понимаете? То есть она вот такая, да? Давайте сейчас посмотрим, вот реально стартап. Внутри у нас full-service digital агентство. Это агентство, которое работает только в диджитале. Все, что имеет доступ к интернету. Мобайл, не знаю, там, всякие social media, веб-ресурсы, с ними всякие пиары, не знаю, там, написание статей, создание веб-сайтов, создание промо-компаний и так далее. Все в диджитале. Почему узко специализировались? Потому что в рынке было много игроков, которые делали все подряд, и, соответственно, из-за того, что в рекламном рынке около 200 продуктов, это лифлеты, не знаю, там, дизайны, постеры и так далее, да, то когда ты 200 вещей делаешь на таком рынке, как Азербайджан, ты не можешь все сделать качественно. А мы ушли в узкое направление, в котором мы делаем 5-6 вещей, но делаем их качественно. И, соответственно, все агентства начали с нами сотрудничать, чтобы брать у нас ту недостающую часть, которая у них плохо, а у нас хорошо. В чем суть? Мы начали растить. Очень важный момент. У людей сегодня может быть маленькое качество. Да? То есть, когда вы берете людей, да, вы можете взять его. Вот у нас кейс, да, такой. Человек пошел устраиваться в некоторое агентство, над ним поиздевались в одном из агентств. Сказали, что ты знаешь, то, что ты делаешь, это фигня, и мы не готовы тебе платить вообще. Человек пришел после этого к нам. Мы сказали, что, чувак, да, фигня, но мы можем попробовать с тобой работать. И давай ты будешь учиться. Мы тебе создадим все возможности, чтобы ты изучал все. Это работа с человеческими ресурсами. И создали, реально поддерживали, настраивали там, и так далее, чтобы человек развивался. Дошло до того, что уровень продукта этого человека, в проекте, которому он был главным, дошел до того уровня, что мы пошли в это агентство, которое его отфутболило, и стали им подрядчиками. То есть мы начали продавать им услуги, который делает у нас человек, которого они отфутболили полгода назад. Понимаете, это вопрос работы с человеческим ресурсом. Значит, у нас есть диджитал-агентство. Диджитал-агентство, и там растут аниматоры, которые становятся все круче и круче. Мы им ставим новые цели, мы пишем там талим программлеры, они сидят и обучаются этому всему, и в итоге мы доходим до того, что у нас Angry Birds уровня анимации. Окей? Okay? Сейчас диджитал-агентство шикарно, это как Angry Birds внутри диджитал агентства работает, да, то есть никто не будет диджитал агентства обращаться за анимацией. Будут те, кто знают там и так далее, но PR-коммуникации вообще не будут приносить тебе ауткам. Потому что это как там портному идешь, у которого еще там плюшевые игрушки создают. Ты туда пойдешь или игрушка в магазин, чтобы покупать игрушку, конечно же другое, да. И мы решили, что мы будем создавать сейчас другую компанию, которая будет работать только с анимацией, производством анимации и всех продуктов, которые можно создать в рамках анимации этого, анимации и программирования. В итоге у нас получилась Prosper Cartoon Studio. Я начну с PR-части, чтобы вы понимали, как бы public relations на то, чтобы с людьми, да, контактировать, и у вас какое-то понимание появится, а потом внутрь пойду. Окей, что мы сделали? Мы нарисовали логотип, с чего и надо начинать, да, чтобы что-то было. Сделали героя, который лицом компании является. Окей? Составили для него пиар-план. Окей? То есть в реальности все остальное тоже делали, да? Просто с пиар-плана начнем, чтобы у вас понимание было, что это такое. Что у нас? У нас есть три целевые группы. Те, кому мы будем предлагать этот продукт. Видите, здесь пиар-специалисты. Понимаете почему? Потому что таргет-группа моя. А студенты, они не моя таргет-группа, допустим, да? Если бы я услышал, что есть кто-то из HR-специалистов и сотрудников по систематизации бизнеса, то реакция была такая же. И мне было интересно с ними начать работать. Из рекламного агентства было бы интересно. Но я бы уже фильтрировал, понимая, что конкуренты сидят. И в данном случае, допустим, в моментах финансового менеджмента, когда мы будем его обсуждать, я прошу, да, чтобы мы остановили там хорошо. Идем дальше. Какая у нас задача? Я не буду доперечитывать ее, читайте. ЦА – это целевая аудитория. Все ясно? В общем, мы хотим, чтобы люди знали, что, не знаю, там, когда ты хочешь там хороший вкусный донер, идешь авто, что донер кушать. Когда ты хочешь хороший сервис по мобайлу, идешь там Азерсель берешь. Когда ты хочешь хорошие мультики сделать, ты приходишь к нам. Поняли? И эти люди, кто они, это вот это наши три категории людей. Не все подряд, не мир во всем мире, а конкретные люди с конкретной специализацией, у которых стоят задачи, которые можно решить с помощью анимации. Окей, план активности. Сперва мы определили каналы коммуникации. То есть вот
допустим, он у нас маркетинг-менеджер, и нам нужно с ним связаться. Окей? Мы начинаем думать, где этот маркетинг-менеджер вообще сидит. Мы вспоминаем, что, оказывается, диджитал-агентство у нас около 200 клиентов, которые маркетологи. Давайте мы сделаем им email-рассылку. Окей, дальше идем. Есть тематические сайты про маркетологов. Окей, значит, они же туда заходят, чтобы интересуются этой темой. Давай мы сделаем там публикации, чтобы люди это видели. Не уйдем какие-то общие сайты, нам не нужно, да, чтобы Polis сапли, они говорят, Prosper Cartoon Studio, да, я знаю, да, то есть Polis не будет у нас никогда покупать. Нам интересно, чтобы это сделал человек, который маркетолог, чтобы он завтра сказал, что да, мы видели, это очень круто. Новостные сайты. Окей, новостные сайты, как второстепенный инструмент, можно использовать. Они туда тоже заходят, но кроме них еще и домохозяйка заходит, которая нам не нужна и так далее. Фейсбук-страница. Они все сидят в Фейсбуке, их можно там таргетировать. Можно аудиторию, рекламу делать именно на них. Профайл героя. Это будет интересно. То есть люди увидят, что есть герой, которого можно там лайкнуть и так далее. Страницы в других социальных сетях. Это там Vimeo, YouTube и так далее. Чтобы когда у компании, ты начинаешь интересоваться уже компанией, ты видел, что у него есть и в других площадках, платформах его активность. Да? Участие в маркетинговых и бизнес-мероприятиях. Зачем это нам нужно? Чтобы пойти там словить маркетолога и чтобы он увидел, что есть такая возможность. Поняли? Это как этот, да? Ты когда-нибудь рыбачили? Там есть тема такая, что если леску, допустим, еще там спустить, да, то там определенная категория рыб плывет. Если посередине ее где-то в воде оставить, то другая категория рыб. И мы идем к тем, которые нам нужны, и их вытягиваем. Но вытягиваем для коммуникации. Весь маркетинг построен для того, чтобы мы в конце с лицом к лицу стали с этими людьми. То есть любая продажа, продажа ему произойдет, когда или он мне позвонит, поговорит, и мы встретимся, и лицом к лицу мы это сделаем. Он скажет, я хочу это, а я скажу, это будет стоить это, и за такое время будет целом, он скажет, проблем нет, давай работать. Вот это продажа. Чтобы это произошло, я всю эту рыбу собираю сюда. То есть в данном случае это маркетологов, пиарщиков и так далее собираю сюда. Маркетинг по почте, по реальной почте, там послать им что-то. Сам офис. То есть он приходит к нам в офис, видит, что офис какой-то там в подвале расположен, здесь мухомор, и вы делаете анимацию. Хорошо, то есть я планировал 10 штук потратить, но я буду тратить на это 4. Вот 4. Больше не надо. То есть они все равно, у них оверхеды не такие большие, то есть у них расходы не такие большие, зачем больше давать, да? И все, у нас средний чек упал просто, да? Визитки, контакты, письма, папки, бланки. Вот визитка. Что, email рассылка, да, сделали. Можно просто текст написать, ребята, привет, мы там Cartoon Studio создали. А можно сделать хороший дизайн этого, прописать хороший текст, который там кетчит и так далее. Там, что нужно делать? Окей, мы не умеем это делать, проблем нет. Погуглили, узнали, что сперва нужно зацепить человека. Вау, эффект в Азербайджане. А что это такое? Вот это что это такое? Дальше он будет читать текст. Надо подкрепить его какой-то цитатой. А, Яхунун там, маркетинг-менеджер сказал такую-то вещь про мир, все такое, которую может. То есть sales point является. Окей, это уже сделало уровень, то есть этой рассылки, качество вот этого текста намного выше. Окей, сработало, и дальше рассказали о продуктах, заходи, смотри. Хорошо, это поняли. Дальше идем. Тематические сайты. Все, что можно сделать, там, пресс-релизы, баннеры и так далее. Да? Допустим, у нас есть в Азербайджане вот эти Macaz, Facemark, World of Asia, три сайта и бизнес-инфо. Это то, куда заходит бизнес-аудитория. Маркетолог заходит на Facemark, Macaz, World of Asia, а бизнес-аудитория заходит на бизнес-инфо. Талябазы – это наши друзья, почему терять студентов, может завтра они тоже станут маркетологами. То есть не думайте на один день, всегда думайте на 5 лет вперед. Да. Вырастет, станет маркетологом или там пиарщиком. Да. AdMe все читают подряд, Косы.ру читают все подряд. Да. Первая мультипликационная студия открылась в Азербайджане. Это интересно всем. Да? То есть, тут там у нас Ромакас что-то еще делают. Да? Вот начали читать, да, потом идем. Международный тематический сайт, это потому что мы хотим сделать его международного уровня, соответственно, хотим объем оттуда иметь и двигаемся в этом направлении. Фейсбук-страница, все, что можно сделать для Фейсбука, продумали, чтобы он стал интересен. Просто открыть Фейсбук-страницу, это лажа. А продумать там фишки, это круто. Давайте, что у нас осталось? Фейсбук-профайл, страница в социальных сетях, участие в маркетинговых бизнес-мероприятиях, там, допустим, фишка такая, да, у нас реальный герой там стоит, двухметровый ГГш, там подходишь, там, с ремня можно его визитку взять, это эмоциональный контакт с аудиторией, и этот, у него еще iPad стоит, где логотип весь крутится. То есть вот, как бы, как это работает, да. Email маркетинг, этот, почтовый маркетинг, посылаем такие штучки, где можно, взять и сфоткаться и выложить на Instagram, да, то есть к
качнут их, и они начнут зацепить, и они начнут этим пользоваться. Плюс игрушку нашу посылаем в виде героя реального. Офис везде делаем наши стены, герой наш там стоит, плюс еще граффити, все такое. Это девочку вот проект. Девочку с кого рисовали? А? Девочку с кого рисовали? Не знаю. Visibility для каждого человека. Вот следующий этап мы сделаем для каждого сотрудника, чтобы у него был свой герой. Блоги, там, какие темы будут, фестивали, участвовать на фестивалях важно, бюджет и так далее. Здесь один важный момент. Все сразу сделать невозможно. Вам нужно, допустим, уйти в сайт, сделать на первом этапе его и сделать потом на втором продолжение. И знать план на первую часть, когда outcome какой будет, и на второй блог. Сделать сперва блог, потом его сделать уже дублировать на второй. Окей, здесь какая фишка? Давайте я сейчас покажу вам Facebook страницу. Facebook. Здесь Google. Просто единственное, что я умею, у нас нет. Я вот я пойду на Коран, суждем агент, гуин на Арсатаран, мясо. Они скажут, что мы всю жизнь это делаем, и мы не называем Арсатаран. Мы поставили подряд фотографии, которые друг от друга немножко отличаются. Когда ты next делаешь, логотип, он начинает крутиться. Окей? Okay? Сделали правильный контент сюда, да? Запустили тренинг. Почему мы запустили тренинг? Потому что нам нужно, объемы растут, нужны люди. Тренинг-программа своя есть, соответственно, подтянем их, будем оттуда брать. Это сделать. Начали ставить информацию о том, что нас СМИ там выкладывали, знакомиться с нашими ребятами, их работами, рассказывать про анимацию. И пошло-поехало. Окей, там открыли ее там месяц назад, и пошло-поехало, начали рассказывать, общаться и так далее. Вот Facebook страница пошла. То же самое там с сайтом, да? А какой программу вы анимацию создаете? After Effects, Flash, и сейчас на том переходе. Была, блок сайкл там был правильный, там character development был и так далее. То есть мы поняли, что мы сделали хороший продукт. Оценили сами, поставили индикаторы, достигли их, поняли, что он хороший, и конкурентов нету в этом направлении анимации. Все, круто. Окей, по PR-части ясно. Идем дальше. У нас есть PR-компания. Вот любая компания — это несколько элементов. Ну, создали продукт. Окей, он у нас есть. Вот сейчас что сделать, чтобы дальше компания какую активность должна вести вообще, да? То есть мы хотим этот продукт продать. Найти клиентов для того, чтобы его продавать. Найти клиентов — это уже что? Sales. Окей, то есть у нас сейчас должны быть продажи. Окей, продажи делаем. Думаем, что хорошо. А какие? То есть мы идем к клиентам, мы находим новых клиентов и работаем с ними, правильно? А еще мы хотим, чтобы клиенты сами приходили к нам. Для этого PR and marketing. Или репутацию справляешь, или там канал коммуникации в сети используешь и так далее. Окей? Хорошо, все классно. У нас пошли обороты. Начали продажи идти, начал пиар идти. Через 2 года мы вдруг понимаем, что налоговая приходит и говорит, что, ребята, у вас 10 человек здесь работает нелегально. И где ваши контракты? Когда HR сейчас зайдем? Для этого нужен хороший знакомый. Come on! Ну, чисто открыто говоря. Чисто открыто говоря, с Азербайджане. 2 года делаю бизнес. Ни один раз никто не постучался. Вот чисто открыто говоря. Нету никакой крыши, нету миллионов, с которыми я входил в бизнес. 200 монет было, один телефон был и регистрация. Это не у всех же так получается. Нет, да, у всех одно и то же. Еще не факт, что они не придут. Ну, конечно, придут. То есть, но я за 2 года уже научился делать все правильно. И сейчас я знаю, что у меня внутри аудит прошел полностью, я знаю, что все чисто, все нормально. Я знаю, что там придут, у меня все контракты есть. По контрактам уже сами внутри сели и все, что можно, сделали. Что, а как можно подойти к этому контракту, чтобы сказать, что что-то здесь неправильно, все чисто. Все, то есть у меня вот кэш
кэшфлоу сюда приходит, сюда уходит и так далее, понятно. То есть уже исходя из этого я понимаю, что все окей, да? То есть, ну, за эти два года я этому всему научился, да? То есть, да, вначале, когда эти сайты делали, чувака держали там, программиста, которому мы платили без всего, тогда бы нас пришли бы и зацепили, понимаете? А, здесь есть какие вопросы, значит, появляются? Хорошо, а, дальше у нас вопрос. Ты знаешь, вот я делаю проекты, да, но я знаю, что вот к концу месяца мы в 5000 заработали. Да, может быть, что есть 10 проектов делать. Сейчас 20 проектов делаем, и в конце месяца опять 5000 зарабатываем. А сейчас вот 30 проектов делаем, опять 5000 зарабатываем. Что происходит, да? Анализ. А? Нет, происходит то, что не контролируем. Некоторые твои проекты, да. Некоторые проекты вылетают по ценам, некоторые прибыльные, и ты в итоге как-то, то есть к концу месяца ты доживаешь как бы с прибылью. Но в реальности надо было из 10 проектов с 5 или дороже продать или отказаться, и тогда бы прибыль увеличилась. Окей, значит, что у нас происходит? У нас появляется финансовый вопрос. Хорошо? Дальше. Продажи идут, все классно. Я хочу сейчас еще больше продаж, мне нужны люди. Люди нужны, значит, появляется вопрос работы с людьми. Окей, здесь появляется HR вопрос. 10 компьютеров купили, а завтра еще 5 хотим купить. А? И там еще что-то начинает не работать. Давайте, появляется. Что еще там? Какие еще гапы есть сейчас? А, у IT уже начинается вопрос того, что ой, пароли, допустим, от этого там-то, из-за этого у нас могут возникнуть такие-то риски. То есть ты уменьшаешь риски и увеличиваешь эффективность. Это вся твоя деятельность предпринимательская. Ты начинаешь думать, ой, что делать? Хорошо, значит, пароль надо раз в неделю всем менять. А вот у тебя IT-секьюрити появляется. Второй вопрос у тебя появляется. Хорошо, мы это все делаем, и вроде все работает, да? А компанию надо растить. Хорошо? У тебя появляется управление компанией. То есть это все, они в симбиозе должны расти. Хорошо? Менеджмент появляется, которого функция заключается в чем? Бизнес-девелопмент, развитие бизнеса. Окей, развитие бизнеса, у него возникает вопрос. Вот я сделал сейчас, да, вот машинку, которая там, не знаю, там, да, приносит там 100 манат, да, а я хочу сейчас сделать, чтобы у меня 5 таких машинок было. Что мне делать сейчас? Я же не могу разорваться на 5 частей, да? Я должен контролировать его. Чтобы меньше контролировать, тебе нужно систематизировать. То есть максимализировать контроль, минимализировать риски и максимализировать все эти процедуры, чтобы вторую яичницу, когда готовили, ошибки не получать. Окей, появляется гайдлайн и так далее, всем этим начинает заниматься менеджер. И все, когда у тебя вот эта картина ясна, вот твоя полная компания. И когда вам начинает приходить и говорить что-то там, что, не знаю, там, стратегический менеджмент и так далее, не, вот все, что шелуху чувствуете, вот вы не до конца понимаете ее, это все риски. То есть это все тебе там, мне очень много было. Я консультировался со всеми, с кем мог, и я видел, что некоторые консультанты, они просто умеют много заумных слов говорить, а за этим все, что стоит, это... То есть в бизнесе потом применяешь, когда видишь, что там гэп много, да? Соответственно, вы должны вникать с нуля, что, а, вот продукт, да, окей, хорошо, а завтра у меня появился конкурент, который начал еще больше делать, да, еще лучше делать. А, значит, наш продукт надо улучшить. Кто будет заниматься улучшением продукта? А, маркетинг будет заниматься. Хорошо. Все, понял? То есть не надо говорить, что а, вы знаете, это product development, это все такое. То есть надо вникнуть в него и понять, почему, кто что должен делать. Завтра у тебя продажи упали, ты должен сделать, понять, почему они упали. То есть у тебя кто-то должен делать сейчас исследование маркетинга. И вот так ты понимаешь, каждая ячейка, чем должна заниматься. Когда у тебя появляются такие люди, которые начинают очень много-много слов говорить, то бизнес начинает катиться к черту. Потому что наверняка он, допустим, да, он... Сегодня вот ему не хочется работать, да, и он там пару заумных слов сказал и отмазался, да. А в итоге у тебя гэп получился не сегодня, допустим, да, через 5, не знаю, там, да, 50 месяцев получился, но получился. Окей, а давайте вот сейчас на основе данной компании, да, покажем, что здесь происходит. Второй вопрос сейчас надо, вот у нас есть продукт, я его вам показал. Видите продукт? Он по качеству... Исследование показывает, что то, что мы сделали исследование, на рынке кто есть, мы самые лучшие. Мы добили продукт до этого уровня. Хорошо. Продукт есть. Надо его сейчас продавать. Чтобы продавать, его нужно, во-первых, пиарить. Пиар-план я вам показал. Правильно? Второе, нужно его продавать и уже иметь нормальные коммерческие предложения. Чтобы каждый раз
представьте, что вы заказали у меня анимацию, мне нужно вам сейчас предложить решение. Я сейчас начну презентацию делать, тогда это займет, допустим, 10 часов. Каждому начаться это деньги, которые уходят от компании. Значит, мне нужно минимализировать этот процесс создания этого предложения коммерческого. Окей, что мы делаем? Мы создаем шаблон. Вот шаблон. У меня есть информация о компании, которая не меняется. У нас есть наши услуги. Информация о наших услугах не меняется, потому что она везде одинаковая. У нас есть предложение по созданию how-to видео для названия компании. Взял, поменял название компании. Сверху есть номерочек. Зачем этот номерочек нужен? Завтра, когда у меня вопрос возникает, что по какому коммерческому предложению мы делаем данный проект и что мы согласовали, что будем делать, чтобы я мог открыть базу данных, где у меня расположены все коммерческие предложения, которые выслали. Окей? Да? Бюджет и время реализации. Прописываешь сюда бюджет, там, а вот у видео для компании такой, длительность такая-то, стоимость такая-то. Окей, вопрос бюджетирования, как его сделать? Все, просчитали себестоимость каждого такого проекта, поняли, какая себестоимость ее. Потом у нас есть борд, состоящий из участников рынка, из тех же маркетологов, пиарщиков и так далее. Сели, раздали им бумажки, сказали, что, ребята, вот вам продукт, оценивайте минимум, максимум, за сколько вы его купите. Они сказали цены, и мы взяли, смотрим на себестоимость и смотрим на минимальную цену. Нет, минимальная цена, она меньше, чем себестоимость. Максимально, она такая. Окей, значит, среднюю, везде, где можно среднюю, ставим, а где нельзя, из-за того, что себестоимость становится больше, мы ставим максимальную цену. Так сформировали цену, прайс-лист. Взял, окей, 3 минуты, значит, скопировал, ставил туда, там, 3000 монет, окей, послал. Понял фишку? Рабочие дни сколько занимает? У тебя есть среднее количество рабочих дней, исходя из бывших проектов. Lesson Learned, когда делали, мы уже знаем, что, допустим, такой проект занимает 20 дней. Уже делаем то же самое, да, то есть уже здесь пишем, что 20 дней, значит, плюс еще 30% времени, это 20, там, 6 дней. И все, дополнительные услуги. Если они ролик делают, значит, можно им кросс-сейл сделать. Кросс-сейл — это перекрестная продажа. Допустим, он ролик сделал, ему уже субтитры нужны будут, если он где-то будет его показывать, или озвучка на трех языках уже нужна будет, вот ты ему дополнительно его и продал. Если возникнут вопросы, обращайтесь к нам. Вот так.